Друзья, добрый день, вы на канале Boston Technic, меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас плуг Лемкин, пятикорпусной, переворотный. Он в хорошем рабочем состоянии. Единственный минус — это лакокрасочное покрытие. С годами уже немного облезло. А так рама вся без трещин и без сварки, ровная. Гидроцилиндры все на месте, гидрошланги все на месте. Единственное, какие-то вот трубки некоторые придется заменить, надорваны. В принципе, она, по-моему, даже не нужна здесь. То есть шланг на гидроцилиндр идет, да, ее заменили, кстати, обычным шлангом вместо железной. Вот. Заднее колесо в хорошем состоянии, в рабочем, покрышка прослужит еще не один год. Вот также небольшой минус, это вот сломано на одном. Ну, в принципе, работоспособная и можно пахать смело. Друзья, если есть желание приобрести данный плуг, обращайтесь к нам, звоните, пишите, будем ждать ваших звонков.